1987 год. ЦРУ получило данные о пуске секретной баллистической ракеты «Марс». В наших ракетных войсках 25 лет работает американский шпион. Возможно. В общем, вот тебе задача. Тщательно проверить, установить или опровергнуть факт вербовки иностранцам неизвестного офицера. Оборудование и наш агент уже в Москве. Задействуйте в операции «Зенита». Действуйте. Здесь все равны, понял? Если у кого стволы, они как-то поровнее будут. Мы его нашли. Низ! Иногда люди отказывают мне, и тогда им становится сложно сосчитать собственные проблемы. Никакой библиотеки Грозного не существует. Посмотрим. Операция «Рок-н-ролл» в активной стадии. Фильм по бестселлеру Данила Корецкого. «Рок-н-ролл под Кремлем». Ну чё, поймал шпиона? Никак нет. Выпьешь?